Красивая улыбка – это не просто привлекательно. Она дарит уверенность в себе и своих силах, помогает добиться успеха и благосклонности окружающих. А современные стоматологические клиники предлагают полный набор необходимых процедур, а некоторые даже рассрочку оплаты своих услуг. Услуга номер один. Если природа подарила вам здоровую, но не безупречную улыбку, на помощь придут специалисты эстетической реставрации. Новейшие отбеливающие системы дают достаточно хороший результат, они безопасны для зубов. И при соблюдении определенных правил ваши зубы будут радовать вас белизной достаточно долгое время. Эстетическая реставрация позволяет устранить так называемый дисколорит, изменить размер или форму зуба, скрыть промежутки между зубами и прочие несовершенства. Этакий косметический ремонт. Корректировка может проходить в один или несколько этапов. Все зависит от состояния зубов. А если вы хотите голливудскую улыбку, улыбку кинозвезды, мы предлагаем виниры из высокотехнологичной керамики. Они обеспечивают максимальную естественность, долговечность, прочность, надежность, цветостабильность и эстетику. Установка брекет-систем. Требовательность к внешнему виду зубов повышается. При лечении выраженной патологии, помимо нормализации прикуса, происходит и значительное улучшение эстетики улыбки и лицевых пропорций. Брекеты эстетические, керамические из поликристаллического алюминия, очень красивые. А значит, не нужно комплексовать. Коррекция зубов происходит практически незаметно, особенно для окружающих. Брекет-системы бывают вестибулярные, те, которые расположены на передних поверхностях зубов, и лингвальные. Это брекеты, которые устанавливаются внутри. Первые результаты видны уже буквально через 4-6 месяцев. У нас зубки уже практически полностью ровные. Ношение же корректирующей пластинки завершит преображение. Имплантация. Что же делать, если зуб вовсе отсутствует? Задача уже посложнее. Решить ее сможет имплантолог. Имплантация особо эффективна в случаях, когда отсутствует один зуб, а соседние зубы абсолютно здоровые. В этом случае не требуется оттачивать соседние здоровые зубы. И не нужно испытывать неудобства от съемных протезов даже при отсутствии большого количества зубов. Титановый корень вживляется в костную ткань. Сверху фиксируется эстетическая коронка. Противопоказаний к имплантации не существует абсолютно никаких. Есть только относительные противопоказания, такие как тяжелые общесоматические заболевания. У нас был пациент 1927 года рождения. Мы ему поставили 8 имплантантов, он себя чувствует абсолютно хорошо. Имплантант устанавливается на всю жизнь, так же, как и свои зубы нам даются на всю жизнь. Пугает цена? Сейчас имплантация гораздо доступнее, чем пару лет назад. Клиники готовы предоставлять рассрочку. Услуги детского стоматолога. «Не ешь много сладкого», – говорила мама маленькой Диане. Но все не беда, и всех вышеперечисленных проблем взрослого возраста можно легко избежать, если с самых малых лет полюбить системные походы к стоматологу. Пришла мне свои зубки показать? Ну давай посмотрим, да? Сначала на кресле покатаемся. Стоматологи советуют проводить профилактическую чистку зубов минимум 2 раза в год. Это и профилактика кариеса, и мини-мастер-класс по правильной чистке зубов. Мы динамически смотрим и выявляем какой-то дефект, аномалию развития зубов или патологию прикуса. То это все выявляется на раннем этапе, и вовремя, своевременно мы можем принять меры. Сама обстановка и интерьер многих клиник способствует умиротворению. Игровые комнаты, мультики над стоматологическим креслом, ароматная зубная паста. Детям часто не хочется уходить из комнаты зубной феи, признаются врачи. Улыбайтесь, и люди вам улыбнутся в ответ. А современные стоматологии вам в этом помогут. Спонсор рубрики «Будь здоров» – стоматология «Мира» на Урванцева, 12. Телефон 277-44-72. «Мира» – стоматологическая клиника для всей семьи. Здесь перестают бояться стоматологов.